написали по математике какую-то работу, и как только мы ее написали, нас отпустили домой. Вот. И поэтому я пошла домой, сидела дома, скучала, не знала, что делать. И пара играет в FIFA, мне вообще очень весело. Вот. Так что я решила, что не хочу сидеть дома. Вот. Написала Карине, что мне скучно. А что ты в городе хочешь? Просто позырить. Вообще, мне нужно очень много всего, но мне безумно лень все это делать. Поэтому, как бы, мне туда надо... Лень мерить, искать. Ходить, лень. Мне нужна косметика, у меня все закончилось абсолютно, что только можно. Мне тоже надо в косметику зайти. Зайдем в косметику, померим вещи раз. Ну, так. Так что такие деленьки. Да, Рослава. Погода вроде разгуливается. Или нет? Привет маме, папе и бабушке из Красногорска. У меня нет бабушки в Красногорске. Вот здесь телефон. Целуй меня, целуй меня, целуй меня. Целуй меня. Пока лучи не царят у нас. Пока еще что-то чувствуем. Пока мы еще здесь. Видела, как ворона жрала голубя дохлого. Нормально. Каждый день такое. Короче, мы с Кариной были в городе. Покупочки я купила себе от Lancome вот эту фигню. Вот, что еще я купила сегодня? Еще я сегодня купила вот такую кисточку. Не знаю, просто я подумала, что она мне очень нужна. Также я купила корректор, и Карина себе такой же взяла, он тоже у нас от, он от Клиник, вот так вот выглядит, прикольная тема. А что еще я купила? Да просто на телефоне громкую включила, воткнула здесь. Кожа у меня что-то портится, я не понимаю. У меня какая-то фигня скочила на лбу, и решила замазать все лицо. Ну, чтоб наверняка. Соусы давайте два кисло-сладких. Потом... Все. Меня ответят. Что мы стоим? Нет, надо проехать. Давайте проедем, я отправлю. А заново? Нет, у вас Big Mac, 9 наггетс, соус. 6 чикенов с кисло-сладким соусом. Макфлори Делюкс шоколадный с карамелью. Три пакета — это хорошо. Холодный пакет. Не люблю холодные пакеты. Это такая рука вся изрисованная после литуали. А ты себе два мороженого взяла? Диета. Сейчас я выйду напрямую. Без да. Только аккуратнее. Моль. Лоль. Сейчас я его поровнее тебе сделаю. Хорошо. Я говорю, хочешь поставь вот эту штуку? Не хочу. Туда. Мне нравятся проблемы. Тебе сейчас поворачивать. Не, мне еще прямо. Если ты хочешь, можешь кушать. Теперь удобнее будет. А, да, все правильно. Ставь лайк, если волнуешься за Карину, когда она за рулем. Мама поставит лайк. Не пой. Лето. Так что все веселье на сегодня закончено. Ну пока. Ко мне пришла в гости Карина. Кто такая? Это шутка, типа. Посмейся, что ли? Я без радости. Не прошла. Смотрим, блин, ранеток.
Вы только посмотрите, какая шикарная актерская игра. Слушайте, ладно, давай, я Женя. Я Аня. Ну, Женя, не знаю, что делать. Наш концерт провалили. Все, я ухожу из группы. А что? Да. Нет, ты же сама говорила, что наша группа добьется успеха. Мы не Битлз. Так вы же сами его отпустили после концерта. Мы ракетки! Но мы как Битлз! Так! Но мы ракетки! Можно пойти посмотреть спортзал? Мы же оттуда и пришли! Нет, а что? Давай теперь я Елена Петровна, а ты Степочка. А, стой, это баба, которая библиотекарша, да? Да, ты библиотекарша, которая падает. Мне так страшно! Девочка, малютка. Бьются как одна. Я придумала, как. Знаете, такое ощущение, что нам лет 11. Пойдем посмотрим, что на кухне. Привет, ребят. Сегодня, не знаю, какое число, но внизу увидите. Короче, вчера была шикарная погода. Просто, я не знаю, я уже очень легко одета. Как вы видите, весна вроде к нам собирается. Все-таки решила к нам прийти хоть когда-нибудь, хоть в конце апреля, что ли. Погода классная, несмотря на то, что был дождь очень сильный. Я только что была у репетитора, занималась математикой. А сейчас я, наверное, зайду к маме домой ненадолго, потом пойду к себе домой. Вот. Что еще могу сказать? Карина улетела. В пятницу мы уже не учимся, завтра четверг. Я буквально недавно увидела, как девочку сбила машина. Я просто в шоке, ребят. Я такого никогда не видела в своей жизни. Слава богу, машина ехала очень медленно, и получилось так, что девочку просто она толкнула, и она как бы упала на землю. Но я так охренела, я так не охреневала. Стрёмная фигня. Вот, и что могу сказать, что девочка эта бежала в наушниках на красный для пешеходов. То есть водитель не виноват. Он ехал, потому что он имел право ехать. И слава богу, он вовремя успел притормозить там все дела. Ну как бы, блин, не вовремя, но могло бы все быть намного хуже. Вот так вот мы переходим дорогу. В центре очень красиво. И сзади кто-то следит за мной. Итак, я пришла в Зару в надежде на то, что найду себе что-нибудь симпатичное. В итоге я в Заре нашла вот такие джинсы, которые мне, кстати, очень даже нравятся. Короче, я купила дофига чего. Смотрите, что я вижу. Кто же это? Это же Биберочек, мой зонька. Клевин и Кляйна. Клевин Кляйн. Клевин Кляйн. Я его сейчас спрячу. А меня все-таки выгнали. Короче, мы теперь в кепках. Сегодня мы прошлись по таким популярным магазинам, как Banana Republic, и ни хрена здесь не нашли. Интересно, почему? Потому что здесь ни хрена нету. Это для ключей типа связка? Да. Прикольно. Чашка. Ой. Тяжелая? Да, наверное, для цветов. Она очень легкая. Да? А, прикольная херня. Для косметики можно использовать. Сколько она стоит? 710. Для цветов. Ну ага, для цветов, сейчас. Для косметики, да. А что тут мягкое? Постель. Прикольно. Будешь мне хавчик приносить? Ага. Скорее наоборот. Правильно думаешь, правильно. В правильном направлении. Блин, ну... Не, так это... Они ну, они просто приклеены из-за этого. Еще вот такой вот принцип. Ну вот от этой бы черепушки я не отказалась бы, смотри. Нихера себе, да? Куда бы ее поставить? Я уже думаю. Я уже прикидываю. Сколько стоит? Много. Я столько еще не накопила, сколько она стоит. Мы вышли из европейского.
Привет, ребят. Сейчас я совершенно не накрашена, потому что я еду в салон, и мне будут делать что-то с моим лицом. Вот, короче, сегодня будет интересный денек. Сегодня мы уезжаем на дачу. Сейчас около 5 часов где-то. Сейчас я оденусь и выйду. И поеду в салон. Потому что моя кожа меня раздражает. Как бы нет всяких там прыщей таких жестких, да? Но сам факт. Блин, еще не знаю, где мои ключи. О, боже мой. Мое лицо без косметики после процедуры. Прикольная процедура. И мне очень нравится то, что у меня на коже нет никаких красных, я не знаю, точек. Потому что раньше, когда я ходила в салон красоты, в обычный, меня там все надавливали, и было ужасно. О, такси приехало. Так,